О, Влад Кришовський, художник, автодидакт. Не знаю, началось все, наверное, в раннем детстве. Я очень много рисовал, любил это дело. И у меня всегда с фантазией было очень хорошо. Потом, не знаю, как-то в старшей школе я вообще забросил и, не знаю, в лет 10-15 вообще не рисовал. Зато вот мой брат, мой любимый, он стал художником. Вот. И, скажем так, я где-то все время глазком рядом был с ним. И, скажем так, у меня, не знаю, мне было просто, я когда смотрел на кто что делает, вот просто по ощущениям мне казалось, ну, блин, если бы я умел рисовать, мне бы, наверное, было бы просто придумывать сюжеты. Вот. Ну, в жизни я там учился на инженера, и психологическое образование есть, и вот как-то я там менял профессии, но мне хотелось как-то получать удовольствие, то есть вот в каких-то вещах вот иногда хочется повеселиться. И в каких-то профессиях каких-то иногда сложно быть все время серьезным. А вот в том, чем я сейчас занимаюсь, я максимально радуюсь. Я радуюсь тому, что я делаю. В первую очередь, я как будто все, что я делаю, делаю для себя и чтобы, не знаю, как-то посмешить самого себя. Вот. Как говорил, с фантазией было всегда у меня в порядке. И пробило меня однажды в один момент, когда там лет 7 назад брат занимался, делал работу ночью там перед выставкой, и что-то он, у него закончилась, по-моему, черная краска, и он просто ваксой нам для там обуви домазал на картине. И у меня просто тогда в тот момент, мне кажется, это первый был ментальный слон, когда я понял, блин, можно делать все, что ты хочешь. Вот просто, ну вот как-то так. Ну и дальше уже, не знаю, с женой мы когда общались, она такая творческая, и, в общем, она когда-то подарила мне просто карандаши, и я просто начал вот 5-6 лет назад рисовать. И с этого все началось. Ну и, собственно, все, что я делаю, это я как будто создаю некие вымышленные вселенные, в которых что-то такое происходит, и я являюсь неким проводником в эти вселенные. Ну, в принципе, работа готова. Ну, точнее, надо, чтобы она подсохла, потом ее уже горизонтально ставить и смотреть, но, в принципе, на 90% готово. Я перекладываю на пол, убираю стол. То есть, я не знаю, мне каждый день, я человек, которому всегда снятся сны, у меня всегда приходят какие-то идеи, всегда какие-то образы, ну, у меня какое-то образное мышление вот постоянное, у меня как автомат, я, не знаю, на 5-6 тем и серий наперед я уже знаю, что я хочу делать. Вот, и вот, допустим, у меня было там несколько серий, посвященных вот вымышленным вселенным. Одна из них была, допустим, там вселенная, посвященная лошадям, месту, где лошади, планете, где лошади все время соревнуются, делают то, что им по кайфу, именно бегают и не травмируются. И, ну, как-то так. Звучала там концепция так, ну, название выставки «Boston Dynamics». И было сделано совместно с Сашей, моей женой, которая сейчас занимается скульптурой. И идея звучала так. В то время как роботы из Boston Dynamics пытаются захватить мир, автор улетает в вымышленную вселенную, где война с роботами уже прошла, и в ней победили лошади. Собственно, они стали и правящей цивилизацией. Вот, собственно, вот, ну как-то так. И также у меня, допустим, там серия есть спортсменов, которые косвенно я сейчас продолжаю. Это вот называлось это вот как Бока Хуниерс или Планета Бока Хуниерс серия. Вот тоже она вот похожая вот идея. В то время как спортсмены, некоторые люди пропадают со спортивных площадок, во вселенной есть место, куда свозят самых выдающихся спортсменов со всего мира.
Кто и зачем, непонятно. Ну и по сути в этом месте спортсмены тоже бесконечно соревнуются, живут своим удовольствием, не получают никаких травм и не спят. Вот. Собственно, сейчас я не знаю, там работаю на серии там, боксеров, это косвенно там вот каких-то еще мифических животных. Ну, как-то так. Да, также работал над серией икон. Отчасти вдохновила на создание работы моего очень хорошего друга. Я был когда-то в академии у знакомых, у художников, увидел, в углу стояла икона. И она одним глазом торчала из-за других работ. Она меня настолько поразила, я ее вытянул, у нее были огромнейшие тоже такие какие-то глаза. И я сразу, я хочу это нарисовать. И как оказалось, а чья это работа? Это оказалась работа моего друга, который закончил академию Наума. А работы, допустим, иконописные, насколько я знаю, по правилам остаются вот те, кто ну, в академии. Вот. И она там осталась. И тот парень, кстати, друг Никита Цой, он, собственно, и забыл про эту даже работу. И меня начала интересовать эта тема с точки зрения культурологической темы и с точки зрения вообще наивной иконы, потому что большинство икон, они формировались в те годы, когда не было, вот, скажем так, каких-то правил, каких-то там, как это должно делать, это все делалось интуитивно изначально. И если взять историю там, всю христианство, то мы видим огромное количество икон, которые сейчас кажутся не каноническими по каким-то причинам, но в разные эпохи они существовали. Тогда они казались нормальными, сейчас они кажутся очень странными. Например, там человек с головой там, собаки или трехликая икона, которую объявили еретической там, в 16 веке. Вот. Ну, как-то так. И я просто понял для себя, я использую это с точки зрения просто какой-то... Просто шел за своей энергией и делал, как я могу, не опираясь на какие-то сверхзнания. И то, что получалось, мне нравилось очень. Вот. И я пытался очень часто их наполнять улыбкой, потому что я пытался смотреть на тех же святых, которые были изображены на многих иконах. С точки зрения как человека, очень часто в иконописи святые изображены с каким-то нейтральным или таким немножко печальным видом, но на самом деле я понимаю, как реальные личности, они были с огромным спектром эмоций и были очень, на самом деле, как правило, харизматичные, заряженные, веселые, поэтому очень часто я, то, что я делал, я пытался как-то, может, улыбку нарисовать или вот, ну, как-то так. Меня часто вдохновляет неожиданное. Неожиданное от себя, неожиданное от людей, каких-то образов, где-то что-то веселое. Вот, ну, то, что вот, не знаю, как вот ломается какой-то шаблон. И я думаю, блин, ну это круто там. И очень часто вот мне нравится вот ломание шаблона, но в простоте. То есть я вообще пытаюсь максимально упрощать то, что я делаю. И вообще себя, то есть то, что я делаю, мне комфортно, когда это максимально просто, ты идешь за энергией, ты делаешь это быстро, как-то коряво, не идеально, и от этого ты радуешься. То есть, когда, знаете, как в реальном мире ты хочешь, ну, все нужно сделать правильно и четко. А это, знаете, как я как невротик, мне хочется иногда, чтобы не было, никто не нависал и никто не рассказывал, как мне что делать. Вот. И, собственно, я иду за этой энергией, и иногда вот чем хуже вот у меня получается, я наоборот это оставляю, и его уже начинает скакать от этого. Ну, как-то так. Я учился в авиационном университете, и частично там уже факультет, он переименовался несколько раз, но там, по-моему, аэрокосмические системы уже на последних курсах, и мы изучали частично все эти вещи, там, и работали и в программах инженерских, и там, ну, очень много сейчас, знаете, как прошло уже там больше 10 лет, и ты понимаешь, что ты очень много чего забыл, но, допустим,
много приходилось рисовать схем. И это тоже есть какая-то в этом была эстетика. И схемы нужно делать было идеально. Это очень у немногих получалось правильно под линейку, карандашиком, а тем более какие-то спецификации там делать, и почерк это. А вот когда ты на скорую руку, вот мне нравилась вообще эстетика всех этих графиков, которые тоже частично повлияли на то, что я делаю. Вот. Я, кстати, сейчас там признаюсь, иногда нужно было сдавать работы, которые нужно было делать в симуляциях инженерных программ. Вот. И нужны были свои графики правильные. То есть преподавателю приносишь распечатанную работу, он уже чувствовал, смотрел, он по графикам понимал, работа правильно или неправильно сделал. Вот. Я не был, наверное, в тот момент самым лучшим студентом, и не все получалось, и я просто брал в Paint'е эти графики по пикселям, рисовал там красные, синие, там параболы, вот. И тогда тоже в этом был, я ловил кайф, вот это было самое интересное, это все подделать. Я прихожу к преподавателю, и он смотрит, и минуты три смотрит и говорит: слушай, говорит, вроде график правильный, но я чувствую, что-то не так. То есть, ну вот как-то так. То есть человек там профессионально, он чувствовал, что-то не так, но я как бы делал, как оно должно было быть. Вот. Но это тоже, наверное, как-то повлияло, вот немного, как это сказать, такое жульничество какое-то. Слушай, внутренний космос, он и внутренний мир, он бесконечный. Его, наверное, его сложнее изучить. Он, наверное, не интересен другим людям, потому что у каждого человек занят собой. А окружающее – это вот что-то одно, что приковывает взгляды. Но на самом деле сложнее исследовать одного человека. Я вышел, вот занимался психологией, психотерапией, и это помогло мне исследовать самого себя и немножко стать свободнее. И отчасти просто я немножко познакомился с собой, и мне стало проще делать то, что я сейчас делаю. Потому что вот одно из чего, то, чему я научился, просто идти за свои эмоции, за своей энергией и за своим желанием. Вот. Иногда, когда не хочется ничего делать, я не делаю. Когда приходит какой-то образ, я его быстро записываю, описываю, пытаюсь добраться до мастерской, воплотить. И вот самые классные работы получаются именно в тот момент, когда они на каком-то внутреннем вау-эффекте. Блин, я хочу это сделать. И так воздух в легкие попадает, и надо быстрее это сделать, пока не ушло вот это чувство. Вот когда я научился отслеживать, вот когда вот это появляется, вот тогда лучше всего у меня получается. И получаешь удовольствие. Вот самое главное, то, чем я занимаюсь, ты получаешь колоссальное удовольствие. Кто-то, не знаю, прыгает с парашюта, кто-то на рыбалку ездит. Это вот точно так же. Я, наверное, вот то, что вот если я начал в детстве рисовать, параллельно я в детстве начал писать рассказы. И в какой-то момент я перестал рисовать. Вот. Но рассказы я никогда не бросал писать. Я их писал, и в какой-то момент в взрослом состоянии я там пришел к выводу, что мне нравятся небольшие абсурдные рассказы писать. И первые, кстати, мои работы там были вроде бы иллюстрации к этим рассказам. Опять же, рассказ – это то, что… это опять вымышленная вселенная. То есть, если бы был бы, не знаю, вселенский закон, стояли какие-то боги и говорили: слушайте, художникам отрубите руки, они больше никогда не будут рисовать, то я бы просто свою фантазию направил бы в, там, не знаю, вот, в написание этих каких-то там небольших рассказов. Вот. Кстати, мне иногда снится, как я сочиняю музыку, например. Вот, ну, какую-то там современную электронную, то есть, и я понимаю, что… Вот если бы мне сильно захотелось и было время, я бы как минимум начал бы интересоваться и делать, просто пытаться это делать. Я когда-то был у друга на домашней студии, занимается музыкой, и вот он там записывает какие-то там треки, там синтезаторы, куча каких-то два яруса, каких-то кнопок. И я просто у него был, мы там пиво пили, и я: слушай, а давай так, я начинаю что-то нажимать, а давай это прокрути, а давай это ускорь. И я говорю: давай сделаем неправильно.
И он, я смотрю по нему, он вроде так не привык, но то, что мы делаем, получается, я интуитивно не знаю, что нажимать, но я как будто ему говорю, что делать. И вот, вот тоже, знаете, идти за этим чувством. И он на следующий день мне перезвонил и говорит: слушай, Влад, ты прав, я только что задумал, мне там некоторые треки не получилось дописать, надо там сделать кое-что неправильно. Вот как-то так, вот просто иногда идти не за каким-то общим шаблоном, а просто идти за какой-то странной интуицией, которую не знаю, куда приведет. Не знаю, получать удовольствие, наверное. Это для меня это, как это сказать, беспечное место. Вот есть такое вот, как это в психологии, вот это место, где вот я прихожу, и у меня во время работы я ни о чем больше не думаю. И это, скажем так, как будто вытирает все остальные какие-то эмоции, переживания, мысли. Вот. И это является каким-то, может быть, якорем моим личным. Ну вот как-то так. Я даже вот сейчас об этом думаю, и я куда-то во что-то погружаюсь, и мне, ну, как-то даже чуть тревожно в этом месте. Ну, в хорошем смысле, да.